Здравствуйте. В эфире Люберецкого районного телевидения «Новости», в студии Вадим Акентьев. Сегодня, 15 апреля, отмечается Международный день культуры, День экологических знаний и День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России. Теперь о том, что происходит в городе и районе, в начале коротко о главном. В администрации Люберецкого района прошло заседание Совета депутатов города Люберцы. В центре внимания реабилитация детей, подарки для Центра социального обслуживания населения. Помните героев афганской войны. Мемориальная доска появилась на фасаде лицея номер 42. В администрации Люберецкого района прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники решали судьбу временных нестационарных объектов на территории города. Подробности далее. Заседание Совета депутатов по традиции открыл Владимир Ружицкий. Перед тем, как приступить к обсуждению дел насущных, он наградил почетным знаком директора гимназии номер 1 Зинаиду Новичкову за вклад в развитие образования. После депутаты внесли изменения в бюджет, предусмотрев средства на денежные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5000 рублей, всем остальным категориям льготным. Это труженики тыла, блокадники, узники концлагерей, вдовы, ветераны Великой Отечественной войны. По 1000 рублей. Далее были приняты поправки в структуру органов местного самоуправления, изменения в решении Совета депутатов о налоге на имущество физических лиц и о земельном налоге. Особое внимание уделили положению о порядке размещения временных нестационарных объектов. В нем речь идет о временных нестационарных объектах, таких как голубятни, сооружения хозяйственно-бытового назначения, металлические гаражи, контейнерные площадки, производственные сооружения. Именно те, которые не связаны с земельным участком, фундаментом. В этом положении речь не идет о торговых нестационарах. Размещение и эксплуатация таких объектов могут осуществляться только в соответствии с постановлением администрации города Люберцы. Ни в коем случае не допускается вырубка деревьев и кустарников, и размещение таких нестационаров не должно мешать проходу и проезду транспорта. Ремонт должен производиться не реже одного раза в год. Кроме того, депутаты обсудили порядок установки, реконструкции и замены ограждений, заборов и шлагбаумов на территории Люберец с целью формирования благоприятного облика города. Яна Яковлева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В центре внимания реабилитация детей. Делегация избирательной комиссии Московской области посетила реабилитационное отделение Люберецкого комплексного центра социального обслуживания населения. Во время визита были вручены подарки для маленьких клиентов учреждения и денежный сертификат на сумму 280 тысяч рублей. Отделение реабилитации для детей-инвалидов было открыто совсем недавно, в феврале 2016 года, но уже работает с полной нагрузкой. Гости с большим интересом осмотрели помещение центра. В уютных кабинетах, укомплектованных всем необходимым оборудованием, а главное с любовью, удобно и уютно всем – и сотрудникам, и детям. Здесь очень красиво, чисто, новые хорошие тренажеры, сотрудники – хорошие, приятные люди, хорошо относятся. Я думаю, мне очень поможет работа в этом центре. В зале лечебной физкультуры под руководством опытного врача маленькие люберчане, выполняя несложные упражнения, исправляют осанку, учатся красиво ходить. Кабинет массажа оборудован специальной мобильной кроватью, которую можно использовать для проведения процедур на дому. Возглавляющий делегацию председатель избиркома Московской области Ирек Вильданов в интервью нашей съемочной группе отметил, что ему не только понравилось отделение, эта поездка стала для него и неким руководством к действию. У нас нет такого прекрасного оборудования для инвалидов. У нас будет много кандидатов-инвалидов, поэтому мы вот как в центре себя планируем тоже приспособить наше помещение именно для того, чтобы удобно было выдвигаться, регистрироваться и вообще работать на выборах кандидатам-инвалидам. Едешь в гости – готовь подарок. Не отступили от этого правила и наши визитеры. Ирек Вильданов вручил сотрудникам отделения небольшие подарки для детей и сертификат на 280 тысяч рублей. Эта сумма – однодневный заработок членов и аппарата сотрудников подмосковной избирательной комиссии. Интересно, что поначалу подобная инициатива ими была воспринята без энтузиазма. Говорит, вот опять куда-то чего-то. Я говорю, нет, стоп, так не годится. Давайте мы договоримся так, мы скидываемся, а потом едем вместе, и вы посмотрите, что эти деньги не куда-то, а конкретно детям. Вот сейчас, я думаю, ребята действительно прониклись, когда они увидели сами вот этих малышей, которые занимаются, которые нуждаются в помощи, в социальной реабилитации. Они увидели, они, ну, я вижу в их глазах, конечно, энтузиазм.
Сотрудники реабилитационного отделения безмерно счастливы, когда им оказывают подобное внимание. Конечно, государство заботится о детях-инвалидах, но когда участие в их судьбах происходит на уровне благотворительности, это гораздо приятнее. Это гражданская позиция. Мы благодарны всем людям, которые понимают проблемы детей-инвалидов, наших инвалидов, проживающих в Люберецком районе, и оказывают нам помощь. Помощь нам оказывают и меценаты, и простые люди. И мы, конечно, всем за эту помощь низко кланяемся. Люберецкое социально-реабилитационное отделение – первая ласточка в Московской области. Но уже в этом году в регионе откроется 10 подобных учреждений. Ольга Щевелева, Данил Свидерский, Люберецкое районное телевидение. В Люберецком районе прошли ежегодные торжественные мероприятия, посвященные Дню труда. По традиции в администрации чествовали лучших сотрудников предприятий и представителей трудовых династий. На празднике побывал и наш корреспондент. Всякий народный праздник по хорошей русской традиции начинается с танцев. На торжественной конференции, посвященной Дню труда, детские творческие коллективы поздравили взрослых, которые каждый день ходят на работу для того, чтобы сделать наш мир лучше. На мероприятии чествовали ветеранов, общественников и лучших работников. Разный труд он нужен и важен, и главный. И сегодня скажу всем нашим труженикам огромное спасибо, потому что Люберецкий район очень компактный, но он густонаселенный. И мы по общему валовому продукту входим в пятерку лучших районов области. По количеству создающихся новых рабочих мест мы тоже в ряду первых. Интересно, что в Люберецком районе насчитывается порядка 80 трудовых династий. Их общий стаж работы более 10 тысяч лет. Стаж некоторых семей, где профессия передается из поколения в поколение, превышает 200 лет. Среди награжденных в этот день были и те, кто еще только получает образование. Настя Кулик стала лучшей в номинации сочинения на тему «Моя будущая профессия». Она хочет стать экологом. Потому что сейчас загрязнена экология, вот. Нужно как бы стремиться к тому, чтобы улучшить ее, чтобы наше поколение, мое и будущее, и те, кто родится вот в будущем, они чтобы могли жить в нормальной стране, в нормальном мире. Такие цели у подрастающего поколения дают уверенность взрослым, что они трудятся не зря, и наша планета в надежных руках. Выставка детских работ, приуроченная к празднику, наполненная красками жизни и творчеством, тоже это подтверждает. Яна Яковлева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В рамках мероприятий, посвященных 55-летней годовщине первого полета человека в космос, в гимназии номер 5 прошел патриотический слет «Авиакосмическое содружество». Он был организован по инициативе Люберецкой общественной организации «Дети войны. Память». Бурными аплодисментами участники слета встретили своих дорогих гостей – прославленных летчиков российских ВВС, ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Приехал в гимназию и представитель космической отрасли – летчик-космонавт Российской Федерации Александр Лазуткин. С его выступления и началось мероприятие. Полет у нас был полгода, он не был спокойным. Произошло... Ну, может, в принципе, это, наверное, скорее всего, взрослые помнят. У нас был на станции пожар, у нас было столкновение с грузовым кораблем, который пробил наш один из модулей. У нас не работало электричество, у нас не работала система, которая кислород производит, которая поглощает углекислый газ. Отказала система, которая регулирует температуру. Как рассказал Александр Лазуткин, никакие трудности не смогли заставить пожалеть его о выбранной профессии. Космос – великая вещь, очень интересная. Если вы, у вас есть такое желание, ни минуту не сомневайтесь, а идите туда. Во время слета учащиеся гимназии еще раз напомнили ребятам об основных вехах развития космонавтики. Но, конечно же, главным героем мероприятия стал Юрий Гагарин – человек, имя которого неразрывно связано с Люберцем. Не забудем немалые мелочи о нем. Про жизнь его напишут люди всю, год за годом, день за днем. Символично то, что слет прошел в гимназии номер 5.
которая носит имя героя Советского Союза Николая Власова, выпускника Качинского военно-летного училища. А ведь практически все космонавты – это бывшие летчики, поэтому и близка им космическая тематика. Человек уже подготовлен, тем более несколько лет летавший в строевых частях, познавший и трудности, и сложности, и все остальное. Но, конечно же, не сравнить с космосом. Это неимовернейший труд. Большую помощь в организации патриотического слета оказал люберецкий депутат Сергей Черкашин. Для него подобная деятельность – реальное выражение своей гражданской позиции. Подобные мероприятия, они должны воспитывать чувство патриотизма нашей молодежи. И, скажем так, без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Наша молодежь должна стремиться стать лучше своих предыдущих поколений. Освоение космического пространства началось чуть более века назад. И все еще впереди. А это значит, что у нынешних школьников есть реальная возможность прославить свое имя, как это 55 лет назад сделал Юрий Алексеевич Гагарин. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил апрель месяцем благоустройства. Первый субботник уже прошел 9 числа. Следующий штурм по наведению чистоты и порядка в районе официально назначено 23 апреля. Подробности далее. Благоустроительные мероприятия в Люберецком районе идут полным ходом. Но в этом деле важно еще и то, чтобы обеспечить всех жителей города, желающих поучаствовать в субботниках, необходимым инвентарем. Нас просят, дайте нам объем работы, помогите нам с инструментом, с мешками там для мусора, помогите, куда погрузить для того, чтобы дальнейшем вывезти. И мы говорим спасибо. Конечно, без помощи жителей нам самим тяжело. Сотрудники жилищно-эксплуатационного управления номер 1 жилищного треста продемонстрировали нашей съемочной группе готовность к предстоящим субботникам. Мы каждый год в апреле месяце проводим субботники. Это наша задача навести порядок, чистоту в нашем микрорайоне, в нашем городе. У нас в жилищном тресте 8 управлений. В каждом управлении, в каждом ЖЭУ есть пункт выдачи инвентаря. Подготовка к субботникам находится под пристальным контролем со стороны администрации. Чтобы все работы были проведены качественно и в срок, необходимо сосредоточить на местах проведения мероприятий по благоустройству значительные людские и технические ресурсы. Запланировано много техники, которая будет работать и по вывозу, и по сбору мусора, и других таких крупногабаритного какого-то мусора. 9 апреля на субботник вышли более 5000 человек. Коммунальщики надеются, что и в следующие выходные желающих поучаствовать в общественно полезном труде окажется не меньше. Ольга Щевелева, Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Данил Свидерский, Люберецкое районное телевидение. На этом наш информационный выпуск завершен. Я Вадим Акинтьев, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.